разминается уже Алена Зиновьева. Там, где изменяет свой вес уже над, еще на 2,5 килограмма, то есть уже 77,5. И Алена Зиновьева в своем втором подходе. В этой категории в Европе очень долго господствовала Донка Минчева из Болгарии. Это было последние уже лет 10, но в связи с тем, как что спортсменок в этом виде программы допустили до Олимпийских игр, так всегда бывает, что после Олимпиады приходят абсолютно новые лица. И вот мы их сейчас видим, и Алена Зиновьева в их числе. Говорят, рефери, это означает, что 77,5 килограммов таким весом пока что справилась только Алена Зиновьева. И еще есть шанс и у Светланы Ульяновой, и у турчанки Дуркан Тайлан, которая под приветствие улюбками местной публики выходит сейчас на помост. Подбавливают турскую атлетку. 77,5 берет и Тайланд. Смотрим, у нее собственный вес 47,4, а у Алены Зиновьевой 47,85. То есть Тайланд обходит Зиновьеву. Какой же собственный вес у Ульяновой по отношению к Тайланд? 47,65. Она также чуть-чуть тяжелее Ульяновой, но это достаточно для того, чтобы... Ну, давайте не будем загадывать, не будем делать никакие предположения. Пока вес 77,5, и Светлана Ульянова у нас на наших экранах в своей третьей попытке. Опа, ну теперь надо будет... Что? Что говорят судьи? Вес засчитан. Успешно 77,5, довольна Светлана, действительно никто не знал, чем обернется вот это состояние со штангой, с надеждой на то, чтобы ее зафиксировать. И вот видите, только в этот момент судьи подняли свои белые флажки, это означает, что 77,5 килограммов, такой результат Светланы Ульяновой. И она использовала все три свои попытки, в отличие от своих главных конкуренток. Ну, я не думаю, что Ева Гиганти в данный момент будет всерьез бороться с турчанкой, хотя в любом случае она не справилась с второй попытки с штангой весом 75 килограммов и перенесла на 77,5. Посмотрим, насколько оправдан был такой поход ва-банк. Увы, 72 килограмма. Таков окончательный результат Евы Гиганти. Это означает, что фактически в призер ей не попасть ни в этом упражнении, ни, скорее всего, в сумме. Должны быть какие-то чудеса, если таковое произойдет. Но впереди еще одна попытка у Алены Зиновьевой. Ее сейчас вызывает судья-информатор. И также в запасе одна попытка у турчанки Дуркан Тайлан. Хотя, если верить протоколу, Дуркан Тайлан уже на цифре 77,5 завершила свои соревнования. Так что только Алена Зиновьева. Вес на штанге увеличивается, 80 килограмм, это 5 килограммов уступает европейскому рекорду, и Алена Зиновьева справляется с этим весом и становится лидером в наших соревнованиях в категории до 48 килограммов. Пока что Алена Зиновьева первая, и, соответственно, 2,5 килограмма выигрывает и у Светланы Ульяновой, и у Дуркан Тайлан.
что, к сожалению, в другом порядке пока расположились на местном, не то что пьедестале, на местном протоколе, поскольку Светлана Ульянова чуть-чуть тяжелее турецкой спортсменки. Через несколько мгновений соревнования продолжатся, но уже в следующем упражнении.